страшные скидки. Свет, мой зеркальце, скажи, гляжусь в тебя, как в зеркало. Этому предмету обихода посвящено много песен и стихов. И хотя на первый взгляд зеркало не самый важный предмет в доме, без него не обойтись. Всем привет! Вы смотрите «Шоппинг-навигатор» – самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам. Поехали! Функции зеркал предельно понятны, но помимо создания отражения, зеркальная поверхность способна увеличить пространство или исправить некоторые недостатки его геометрии. Чтобы зеркало для прихожей сочетало в себе все эти возможности и было настоящим украшением, важно выбрать подходящий вариант и найти для него правильное место. Настенные зеркала – самый распространенный тип зеркал в прихожей. Они могут быть обрамлены в раму или быть без нее, могут дополняться полочкой внизу или другими элементами. Настенное зеркало может быть вертикальным либо горизонтальным. Первый вариант лучше, ведь позволяет человеку рассмотреть себя в полный рост. Дополнительное преимущество – свойство делать помещение зрительно немного выше. Главное – повесить зеркало ровно. К сожалению, для большого ростового зеркала не во всех прихожих достаточно места, поэтому часто приходится довольствоваться небольшими вариантами, размещенными над тумбочками. Как правило, это горизонтальные полотна, которые обладают своими преимуществами. Так они способны зрительно расширить ту стену, на которой расположены, а значит увеличить и саму прихожую. Напольные зеркала обязательно находятся в раме и имеют стойку. Их можно легко перемещать с места на место, менять угол наклона. Этот вариант часто используют для просторных прихожих, но для самых компактных помещений он не подойдет. На сайте HOV зеркало в переливающейся серебристой раме сейчас можно купить по привлекательной цене за 999 рублей. Размер 32 на 122 сантиметра. Оно станет удачным дополнением интерьера гостиной, холла или спальни. Аксессуар составит элегантную пару с комодом, украсит пустующую стену, а если по бокам расположить бра, сверкающие контуры зеркала подарят необычную игру света. Рама изготовлена из древесно-волокнистой плиты высокой плотности, полученной из волокон деревьев и синтетических полимерных смол. На сайте Garda Opt прямоугольное зеркало в серебристой оправе сейчас предлагают за 11 390 рублей. Его прежняя цена 13 400, высота 60 см, ширина 80. Объемная рама графичного дизайна наполнена тысячами ограненных кристаллов, искрящихся в лучах солнечного или искусственного света. Если ваше отражение и интерьеры в доме требуют только драгоценной оправы, а на меньшее вы не согласны, это зеркало станет настоящей находкой. На сайте DG Home овальное зеркало в деревянной раме в ретро-стиле сейчас можно приобрести за 2266 рублей. Раньше оно стоило 5270, диаметр 40 сантиметров. Коричневый цвет универсален и подойдет для любой комнаты. На сайте Озон прямоугольное зеркало сейчас можно купить за 4290 рублей. Его прежняя цена 6890. Зеркало в пол заключено в золотую раму с украшениями. Страна-производитель – Китай. На сайте HOV декоративное зеркало-многогранник размером 65 на 65 сантиметров сейчас можно приобрести за 2999 рублей. Размер зеркальной поверхности без рамки 39 на 39 сантиметров. Цвет шампань, рама изготовлена из пластмассы. Страна-производитель – Китай. Интересный вариант – разместить зеркало во всю стену. Расширение пространства прихожей гарантировано, да и свой образ можно будет рассмотреть в мельчайших деталях. Это отличный вариант для длинных и узких прихожих, но придется регулярно ухаживать за такой поверхностью, чтобы она не теряла своих качеств. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами! Отличные скидки!